Рассада флокса метельчатого Neon Fleur Blue не оставит равнодушными настоящих ценителей флоксов. Цветы будто испускают вишнево-сиреневое свечение, что отражено в названии сорта. К концу лета цветы приобретают насыщенный белый цвет с легкими сиреневыми штрихами. Невысокое до 40 см компактное растение хорошо смотрится и в букетах, и может стать ландшафтным украшением для дорожек и бордюров. Семена высевают ранней весной во влажную плодородную почву. Рассада устойчива к мучнистой росе, выдерживает заморозки до минус 8 градусов Цельсия, цветет с июля по сентябрь. Зимует без укрытия. Флокс метельчатый Neon Fleur Blue это травянистый высотой от 70 до 75 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка голубовато-белый с вишневым глазком. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 2,5–3,2 см. Весной листва по цвету темно-зеленая. Флокс метельчатый Neon Fleur Blue создал Джей Верстюр. Годом создания растения считается 2012. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.